will da mal keinen von denen. Ja? Am Computer. Видео с вами лучше. Управление он такое же, как и ваше, 340-й, то есть примерно такого же года. Так. Пятнадцать тысяч моточасов. Гидравлика 11354 моточасов. Тоже имеет автономную печку. Ну и разные приспособления. Морд экономический модус. Кондиционер имеет тоже. Сейчас пойдем посмотрим мотор. Система центральной смазки. Там кондиционеры на крыше. Работает, все в порядке. Цилиндры тоже чистые. Он здесь идет без грейфера, но грейфер нужно будет поискать в Германии. Общий вес этой машины, он получается 22 тонны, как и тот ваш, который находится сейчас в пользовании. Ну так, все в порядке.